Спальни, гостиные, прихожие, молодежные и детские комнаты, домашние библиотеки. Новый бренд из самого сердца России предлагает покупателям коллекции от классики до модерна. Одно из главных преимуществ – вся мебель модульная. Поэтому спокойно можно докупать дополнительные элементы интерьера в любое удобное время. Фабрика «Москва» – один из лучших производителей у нас в России, который позволит вам ощутить всю прелесть использования этой мебели. Фурнитуры используются немецкого производства «Хеттех». Ламинат – один из лучших, который позволит многократно разбирать и собирать, если вы планируете переезды на новые квартиры. Кроме мебели для дома, в салоне можно выбрать модули рабочих кабинетов и домашних офисов. Новинка – стеллажные системы. Материалы отвечают самым высоким требованиям качества и соответствуют европейским стандартам. Экологически чистая ламинированная плита, эко-кожа, синтетический шпон, ударопрочная кромка. Ну и, конечно, это лучшее ценовое предложение для ассортимента высокого уровня исполнения. Мне очень понравились вот фактуры, очень современные материалы. Очень качественно сделано. Оформление и все-все-все. Ну, кромка как сделана. Ну, материал и цвета такие, и стиль хороший, интересный. Ну, модный сейчас, лофт стиль. Очень красиво, классно. Достаточно свежо, модно выглядит. Ну, на мой взгляд, стоит присмотреться. И новоселом, я думаю, есть из чего выбрать и как бы... сделать хорошую покупку, обставиться, так сказать. Фабрика «Мебель Москва» заслужила доверие потребителей. Ее история берет начало с 1926 года. Все эти годы производитель чувствует настроение своих клиентов и идет в ногу со временем. В день открытия салона гости получили возможность получить в подарок журнальный столик, пуфик, а кому-то улыбнулась удача выбрать себе подарок по сертификату. Зашла случайно, но нужна мебель, выбирали и выиграла сертификат. Очень неожиданно, спасибо большое. Никогда в жизни ничего такого подобного у меня не было. В Чебоксарах мебель московской фабрики можно приобрести в магазине «Уют» по адресу улица Патриса Лумумбы, дом 6.